Включил трансляцию. Качаем скрытность. Тихо. Блять, да ты заебал. Да дай попиздец. О, нихуя как быстро гниет говно не под крышей. Саня там не объявился еще? Нет. Сам мне сегодня написал, мы идем. Я написал, да, давай в 6. Потом я его предупредил заранее, давай пойдем в 7. И пропал. Видать, очень увлекательные катки в этой хойке. Или во что он там и башит. Они там очень долгие. Там, наверное... стратегии скучные. Хотя вот, когда я играл, например, в этот, в Stellaris, я тогда помню конкретно залип. Пока отойду. Мы его заебали. Наверное, да. Ну, а с другой стороны, правильно, типа, ну, лучше так. Лучше это когда ты к нам заходишь, вот это лучше. Кому нахуй нужен этот турков? Ты там с кем-то пиздишься? Ну я тут Никса убил. Жабу, короче. О, нихуя, ты знал, что тут есть перекат? Нет. Как? На этом, на скрытности. Когда ходишь. И чё? А, во, понял. Ну и, блядь, и перекат. Забавно. А как тебе понять, есть ли в камне медь там? Камне медь? Да. А, ну оно же как-то отображается визуально. Сейчас ждем ребят, пойдем вкладываем трофей на алтарь. Или пойдем сейчас положим тогда, они же все равно зайдут. Кстати, клади. Какой смысл? Этот алтарь просто даст там временный буст. А я, кстати, не знаю.
Если вот мы положим с тобой, а они будут не в сети, им дастся этот бонус потом? Не знаю. Ну тогда подожди, лучше сейчас все зайдут. Кто зайдет последний, тот пойдет относить. Заодно и посмотрим, применится ко всем он или нет. Отлично, дождь пошел. Какая у тебя скрытность? Так. 4. Ой, я нашел место обитания скелетов. Оу. Их довольно много. И они еще и довольно больно бьют. Бля, я застрял. Серьезно? Дождь снова начался? Да. А чё ты так удивляешься? О, скелет Никса пизд... этого, не Никса, а этого пизданул. Грейдворф, и Грейдворф ему за это в ответку въебало ударил. И убил его. И тут скелеты дерутся с Грейдворфами, лол. Я добыл олово. Олово скатилось на днище реки. И его теперь не взять. В 10-м мире есть шахты и подземелья. Это памятники прошлого. И чаще всего они наполнены богатствами давно утраченных цивилизаций. Не забудь захватить источник света. Нашел местоположение древнего. Он у нас, кстати говоря, тут недалеко. Вот тут, по карте пинганул. А древний это кто? Это вот тот тентакливый монстр, да? Да. Ну, энд. Да, все верно. Короче, камень чуток другой, если в нем есть медь. И при этом, если ты на него наводишься, то он прямо пишет, типа, залежи меди. Угу. Обломки костей. И с них мы разные крафты дополнительно открылись. Ай. Блять, ну ты меня напугал, дядя. Скелеты, кстати, довольно плохие пипеги, типа, но если их взять на понт и начать их ебашить до победного, то они теряют, типа, стамину или стабильность, или что-то типа того. Давай, заходи. Чао. Здорово. Чё, откис, да? Тех, который этот разъебал, вот, и так спешил на выход, что перестал чекать выходы, ну, эти, нычки на D2. И там крыса, короче, убила. Достойный игрок.
Притом, сука, на ПРСах, блядь, ёбаных. Так что... Меня мужественно расстреляли в спину. Не мужественно. Он так себя утешает. Нашел. Я вот, короче, хожу по подземелью. Я собрал нам до хера этих. Уже 5 кубиков. Едого суртлинга. И тебе еще надо. Если я не ошибаюсь, эта штука нужна для порталов. Для телепортов, да. Для телепортов. И из 8 штук печь делается. Блять, у меня проблема. У меня тут духи, они не дают мне дальше ходить. Ладно, скелеты, но духи это прям тяжкие. Ребята, заходите, помогайте. А этот, как он? Саня? Да не. Что хотел спросить такое? А, он, и кстати, он в этом... Сейчас я его к нам тпшну, блядь. Да, привет. Здорово. Заходи, мы уже начали. Так я с вами раз сижу. На сервере. Ты зашел уже? Да? А, на туре. Это значит Руслан последний? А я думал, Рус зашел. Нашел 6-е ядро. Мне нужна петримка здесь, а то тут духи, их дохера, они летают и очень-очень больно бьют. Я приду. Какие-нибудь парни заболел на ночь. Заболел? Да, сейчас сижу с 38,8. О, нихера ты даешь, поправляйся. Да. Голову как кувалда бьют. 38,8, это жестко. Угу. Целое противно, что вот ложишься и вот сна не в одном глазу. Да, температура такая. Мерзотненькая. Так, тут завал. Так, а где ты там? Ну я где-то вот выше, выше дома. А ты как раз пошел в пещеру, а не в другую. В пещеру пошел. Ну я в пещере, это точно, да. Блять, такая музыка усыпляющая, нахер. Сейчас поменяю плейлист. Блять, ёбаный ветер, я думаю, что по мне стрелы летят, блять. Так, дух, иди сюда, давай тебе по ебалу буду. Так, я понял. А, блядь! Не надо. Там за духом нагло спрятался еще и скелет. Кто ко мне, Руслан, подбегает? Все, да, все зашли на сервер? Не, да. Сейчас, секунду, перезашел. Отличись. Я полный. Танкую, блядь. Не танкуешь. Не танкую. Хорош. Есть. Короче, кубиков этих получается 10. Ты забрал, да, Руслан, один из кубиков? Ну да. Давай скину тебе. Давай, мне ровно 10 их будет как раз. А, нет, ты забрал. А, значит 9. У меня есть монеты. Есть железо. Желтый гриб. А монеты нахера тут? Ну, я, кстати, деньги. Не знаю, зачем. Тут есть торговец на карте, у него можно купать вещи. А чё, все типа? Ты все исследовал? Да, я здесь уже все обнюхал. Можно сваливать. Если хочешь, посмотри, что тут есть еще. Я сюда вот подходил, к этой пещере. И тут были, ну, дохера скелет. О, тут реликвия там древнего показывают. Да, я ее тоже прожал. Короче, говорю, подходил к этим... к этой пещере. И тут скелеты стоят. И... А, да, вот залежи меди есть, сейчас я... А ты на улице уже?
Да. Пойдем, тут еще рядом пещера есть. Пойдем сначала возложим дар. Кому? Ну, этот, голову убитого оленя на пьедестал. Опять плыть туда? Нет. Здесь у нас на архипелаге есть эти 5 постаментов с 5 знаками, где боссы. Туда надо их трофеи воскладывать. И, кстати, каждому нужно подойти к ним и активировать этот дар, иначе не дастся. Мы как раз все здесь. Погнали тогда. Где этот? Где эти головы? В хламе? Нет, не в хламе. Ладно, надо почистить инвентарь. Смола же в дерево, да, кладется? Угу. Че еще-то у меня? Камни. Да, я тут меди чуть добуду. А кости куда? В хлам. Разные, наверное. Разные? А, в хлам? Ну да. А смола? Уже разная. А смола в дерево? В дерево, верхний камень. А у нас есть что-то типа ценное там? Куда складывается жемчужина, например? Да в трофеи, наверное, можно. Ну нет, в трофеях трофеи. А, янтарь, ну, а вот. А чем тебе не трофеи? Это не трофеи. Ну ты же не исчеканил их, а добыл. Ладно, в хлам походим положим еще янтарь. Этот добудем, то это положим, блядь. Рубин. Надо, короче, увеличить склад, наверное, сделать еще дополнительно сундуков, скажем, в длину. Ну, это типа поставить. Только в этом, в темном лесу вот есть олово, там медь. Правильно? Ну да, по-моему. Но я чуть меди в прошлый раз добыл, там 10 штучек, по-моему, лежит. Да, я перенес. Я тоже добыл чуток. И я, короче, поставил в этот. Как он называется? Верхний сундук. Вот, верхний сундук, там, где камень. Я туда складывал. Я так и не нашел. А, ну ладно. Я, наверное, просто... Так, блядь, нет, это выложить. Этот сюда. А где? Вот, наверное, где-то здесь. Трофей Грей Дворф Шаман. А, вот он, да. Трофей Иктюр. Короче, кирки пока с 13 уровнем хватает на этот, на 10 кусков меди, и в принципе, ну, как раз добыть. А ломается быстро? И ломается, и пере, ну, и как бы уже вес предельный почти. Да ладно, я пошел возлагать, кто хочет. Да подожди, что надо взять тут? Я взял уже все, там одному человеку достаточно положить. А там просто рядом надо быть или все надо просто потом на камень этот нажать? Я положу, а вы нажмете. Я пока... Куда ты деньги складывал? В хлам. Ну вот надо сделать, говорю, дополнительные сундуки, типа под инструменты отдельно, под всякие руды. Хотя вроде там у нас камень где есть, там есть сундук с рудами. Ну вот, а как минимум для вот для таких ценных типа вещей, по типу денег, там рубинов, каких-то жемчужин, нужно сделать отдельный сундук. У нас, если что, второй этаж есть в доме. Можно на втором этаже заебашить огромный склад.
Я бегу к тебе. Вот ушел и дверь не закрыл, блин. Сквозняк же будет тут дома. Главное закрыть дверь, которая... Нет, то-то тоже надо дверь закрывать. Вот ты когда из квартиры ведет. Выходишь, ты же закрываешь дверь? Конечно. Ну вот. Ну у меня, простите, и чистокола нет. Ну у тебя есть подъездная дверь? Да. Вот ее, кстати, частенько некоторые уебаны не закрывают. Че, ждать тебя, Руслан? Да я бегу. А на сколько там баф-то хоть дается? Минут 10, по-моему. 10 но... минут? Но он с тобой, короче, всегда на отдельную кнопку. Ты, как он заканчивается, там кулдаун у него какой-то есть, ты можешь опять типа его прожать. А, то есть подходить не надо будет снова? Нет. И ты можешь один из этих... Сколько их тут все? Раз, два, три, четыре, пять. Может будет, нет, но пять. Там, наверное, главный есть какой-то босс. Вот олень, потом... Ну, главный, я говорю, после всех убийств. Долговязый уебан, широкий уебан... Потом дракон какой-то, это уже 4, потом смерть какая-то, это 5. Вот не знаю, по центру, если тут вот стоит какая-то призма, может он. Ну, хуй бы. Кстати, посмотрел я, что делают луки с уровнем. На 85 уровне натяжение будет ровно 0,8. А сейчас 2,5. А, то есть 0,8 секунд? Угу. Серьезное дерьмо. В 85-м. То представь сколько. Иди вешай. Мне холодно. Его рога словно ветви железа, они камни и горы крушат, копыты его словно гром, голос его воющий шторм. Активировать силу. Так, и на какую кнопку это активируется? Кажется, F. Да, F. И что он дает? Сейчас я посмотрю, где статус. А где, кстати, почитать? А, Иктюр, 5 минут. А где почитать-то? Ваша способность бегать и прыгать улучшается. Расход выносливости в прыжке минус 60, расход выносливости при беге минус 60. Да где почитать-то? Тап нажимаешь... У тебя там, где навыки смотришь, там есть петух твой, вальхеймский компедиум. И вот прям сразу статус активные эффекты и ктюр. Не вижу. Вот я навыки. Прыжки, бег, дубина. Ну у тебя на ворона нажми, на ворона нажми. Понятно. Там, а, вот. Да. И чё там где-то? Предание, грейт. А, и КД, короче, используется 5 минут, а КД у него 20. Пиздец. Выгодно. Ох, теперь хоть побегать можно. Пойдем, там рядом с домом еще одна пещера была. Да, погнали. Что это такое? А, чё? Да, говнюки. Ну, поворачивай сразу направо. Ай, блядь, я не удалил. Вон, видишь, шпинганул. Угу.
Кстати, я видел там всего 9 штук. Вот этих кубов. Да, их 9 было, все верно. Я думал, 10. Я думал, 10-й это тот, который ты типа подобрал, а ты его не подбирал. Скелет охотится на кабана. Кушать хочет. Блять, тролль, сука! Иди нахуй. Реально, скелеты пиздятся еще и с грейдворфами. Они, походу, всех не любят. Пускай они с троллем попиздятся. Нет, с троллем не очень горю желанием. Я говорю, скелеты. А. А почему ты... бы не убить тролля? Бля. А его интересно, застрелить-то можно вообще? Тролля? Да. Да, мы с Владосом только так его и убивали. Ай, блядь, тихо. Ебать, он мне снес пол хп, блин. Веди его ко мне. Зачем? Тут есть какая-то деревня разрушенная. Ого. А что это такое? Гриф, что за гриф, что за гриф, что за гриф? Блядь. Где вход в пещеру-то? Ага. Так, кстати, есть прикол забавный. Если за тобой кто-то гонится, и ты убегаешь в пещеру, то они как бы продолжают за тобой гнаться. Они могут тоже зайти в пещеру, да. Я увидел его. На в голову, блядь. А, вот эта пещера. Да, сюда пойдем? А, тут другая, я там видел этот закопанный вход. Ну да, можно сюда. Кстати, это да, пещера тролля, блядь. Чувак. Мне кажется, или... Ну-ка. Интересно, он сюда зайдет? Я думаю, он может сюда зайти. Галлюциногенные грибы. Не, я там другую находил. Там она, короче, засыпана была. Может, слушай, это не пещера? Ну, таких, есть? Таких пещер раньше не было в игре. Пещера тролля? Да, а может, кстати, это как была? Спаун его, типа. Была. Но звуки какие-то страшные. Чё, просто вот это и все? Грибочки. Странно, короче, не было ничего ценного. А, чё это даёт? Здоровье, выносливость. Там тролль, кстати, на выходе должен быть. Нету. Ну, он посчитал, что мы зашкварили его хату и... Пойдём вот сюда. Может быть, конечно, я проебался, это была не пещера. Но там очень что-то похожее на вход в пещеру было. Сюда. Чё-то я вас потерял, парни. Пещера. Нашел? Да, я прорубил вход. Пойду дальше. Ебать! Уходи. Ого! Держим оборону. Ой, блядь. Сюда, сукины дети. Да нихуя вас тут. О, Руслан, я покидаю пост. Давай. Да ебать.
Обычно, когда так много, где-то спавнерка, бля. Ой, блядь, Руслан, тут какой-то сгнивший чел. Жалко, гранаты нет, да? Было бы, блядь, смачно. Пиздос. О, кстати, со звездочкой. Да, на двадцатку ебашит. О, новый материал. Рубин. Подожди-ка. А это случайно не вход? Это, походу, нет таких комнат. А, вот тут, смотри, просто за этот, я думал, тут может, можно этот. Ой, я... Ой, блядь. Руслан, я веду друзей. Вот спаун нашел. Да, души, души. Слушай, они добавили каких-то новых скелетов, я таких не видел. Сгнивший остаток, да. Проходи дальше. Отойди, ай, дай, уйди. ХП мало. Сгнившие останки. У нас сзади, если что, вон трое друзей, да, рвутся. Трофей, гниющие останки. О, камни забираете. У меня уже... Я, короче, в этот сундук сложу все говном по типу жопы Никса, трофеев, оленей. Тошнотинка нужна нам вообще? Да я думаю, нет. Ну, это типа, если хочешь этот... Вон, еще камень возьми. Чем? Здоровье, выносливости. Саня пришел. Здоровье, выносливости. Как вы запарили, блядь. Рашем. Не рашем, 4. Ай, блядь, я на голову сел. Один хп. Живи. Я поддержка, все. Шо? Большая, кстати, пещера. Да, кстати, ну, это реально. Я таких ответвлений не видел. Они, видать, ее просто расширили, как я говорил в одном из апдейтов. Главное потом не проебаться, где мы были, где мы не были. Тут разве не вход? А, все. То есть расширили, но не сильно. Тогда сейчас пойдем смотреть другие. Кстати, а может по ним ударить надо? Нет? Может по ним надо выстрелить? Нет, пофигу. Кто тут посмотрел? Ну да, тут тупик вроде бы. Вот здесь еще получается в небо. Ну, спаунер. Спаунер надо сразу дети? Душить. Давай. Пролетаем. О, третий. Ого. О, второй уровень. 30, он дамажит по 30. Ай, блядь, ёптать. Да-да, больно делает. Чё ты так? Чуть восстановлюсь. Блять. Ой, сука. Убил меня. Да он убил меня, блять. Я дверь решил закрыть. Саня дверь оставил открытой. Он выбежал, дал мне в ебало. Я не выбегал. У меня очень сильный пролаг был. Я стоял на месте. Я понял, да. Я видел, что ты стоял так долго, на него смотрел. И ты отлагал ровно в тот момент, когда он тебе дал в ебало. Стопку монет, гору монет можно сделать.
Так, плавильня и углевыжигательная печь. Да вообще не так с искусственным интеллектом в этой ёбнутой игре. Что такое? Мобы на меня нападают, я им сношу хп, и после чего они усиленно начинают от меня уже убегать. Так это, блять... Блин. Ты как по диким стреляешь, они тоже от тебя убегают. Такая задумка в игре. Ты ему пизденки даешь, ему он пугается, убегает. Подлянка. Садись. Причем не все типа убегают, он скелеты на до победного убегает. Тебя пушат. Вот, только что скелет убегал. Не знаю, мне он лично ебало ломал несколько минут назад. О, я еще одну пещеру нашел. Сука. А, погребальные комнаты, это скелеты, да? Не все там скелеты в этих пещерах. Блять, я его убил. Ты тоже умер? Да. А я ему хит последний, и он мне хит последний. А я не могу понять, где тут вход. А все, я нашел. Угу. Погребальные комнаты, да, они все называются погребальными комнатами. Я нашел что-то странное. Там какой-то терновник такой, и он горит фиолетовым пламенем. Может, спаунер? Как раз фиолетового спаунером поверят. Да-да-да, если в подземелье что-то горит фиолетовым... Это не подземелье, это... Я на улице находил спаунер этих грендвульфов каких-то. Вот такой большой их этот хворост сложен пучкой. Да-да-да. Значит, скорее всего, это оно. Пойду в хату выложу добро. А там все, больше ничего нет. О, выпало древнее семя. Кстати, древние семена не выкидывайте, это для древнего. Если хотите, могу пингануть еще одну шахту вам. Давай. Только она будет далековато. Не, я понимаю, что ты довольно далековато. Да. Я тут вот замок есть. Кстати, этот... А, ты уже съебался, да? Да, я съебался оттуда. Просто что этот забрал бы с моего трупа кубики и поставил бы плавильню. Ну, сам поставь, если хочешь... Как спаунер сломать? Тролль? Нет, мы тролля потеряли где-то. Я вот на метку замка просто прибежал. Просто атакуй и все. Понял. Не, ну ты же у нас этот дизайнер. Ну хорошо, я поставлю. Просто притащи это домой и выложи. Куда-нибудь. Сейчас. Так, а что ты говорил, тут замок? Какой разве это замок? Тут разбитая хибара какая-то. Ты пингани, где эта шахта? Пока не могу. Понял. О, я короче, иди в мою сторону, где я, короче, прям на ней. Я хотел подойти, убил, короче, гридворфов, хотел подойти сломать спаунер, а оттуда сейчас резнулся гридворф дикай, короче, с двумя звездами. Влад. Нет, не Влад. Руслан, поможешь тролля долбить? Давай сейчас. Меня. Я, короче, хожу себе, тут метки ставлю, как, где пробегаю по меди. Чтобы на будущее мы прям сюда забурились на 2-3 телегах, а может на всех 4. И все это добыли. Да, ну вот снова. Стрелял в него, стрелял, он на меня пришел, шел, все, теперь убежал. Я тут... подпушивает грейвдворф, блядь, с двумя отметками, блядь. А тут можно как-то на базу телепортироваться? Только если телепорт поставишь. Да, блядь, где еще один, нахуй, артиллерист? А, шаман. Блядь, ну, ребята. А вы где там? Вы с троллем пиздитесь или че? Я, да. Да, позвал с троллем попиздиться.
Я тоже помочь не могу, на этот раз за мной гонится уже три дикаря. А я сам справляюсь. Ой, блядь. Они тупые, типа, если этот, следовать тактике, ударил, отбежал, они тебя, в принципе, никогда не достанут. Он у меня сагрился. Стреляй. Ты откуда? Да, блядь, отъебись. Блять, минус лёсть. О! О, на меня. О, блять, я залагал. А я думаю, кто меня и откуда меня пиздит? А тут, оказывается, где-то в рудной... В зале же меди, короче. О, 45. Застрял блядский грейдворф и кидает в меня из-под земли камни, блять. Ура, настрой. Убил? Да. Все, я пошел на базу. На мне, короче, биом гора, если что. Тебе что-то нельзя. Да, я знаю. Я не понимаю только, почему он тут заспавнился, блядь. Тут реально просто кусок... Кусок зимнего биома, блядь. Как в Майнкрафте, знаешь, при конченной генерации. Да-да-да. Короче, я тут уже жил 6 или 7, пометил. Надо котелок сделать. И можно будет нормальные блюда готовить, и будет нормальные бусты. А рецепт этот? Сам открывать нужно, да? Ну, они какие-то там простые. Они там простые. Они те... Это как, короче, как верстак, на нем все рецепты и так показаны. А. Что-то подлагивает очень сильно. О, да? Все, можно ули делать. У меня, кстати, тоже этот, да, подлагивает. Я нормально. У меня сейчас с троллем пиздился, я думал, он завис. А это, оказывается, сервак завис. Серьезно? Да. Ну, потом телепортнулся. Ну, я себе, блядь. Блять, я иду куда-то не туда. Да, ты очень... Чекай пинг. Да, вижу, иду. Короче, нам надо в этом темном лесу сделать, не знаю, перевалочный пункт и туда сносить ресы. А то... Ой, я тролля нашел. Я нашел тролля, который вместо дубины держит, блядь, дерево нахуй. Поможешь? Я уже отбежал. Я далеко, я уже рядом с нашим домом починиться и взять стрелы, а то у меня две штуки осталось. Бать! Короче, пробуй, я сейчас через скоро побегу к тебе. Просто заживи. Ты ж нахуй. Ох, ебать, она здоровая, блядь. Я не могу поставить. А печь на улице, что ли, ставится? Конечно. Она там, блин, как дом. А, да? Серьезно?
Он на меня обиделся и начал просто ебашить все деревья подряд. Вернись, я все прощу. Кстати, он отагрился. Ай, блядь. Эй, где помощь? Блять, ко мне еще прибежали со звездочками уебаны. Тань. Я. Сори, я вот здесь вот скину, все, пойду побыстрее помочь. А, они на доски еще и не ставятся. Блять, пошел на помощь, стрелы не взял. Ну, блять. Живи. Я этого уёбка почти запинал. У меня тут просто компания огромная, блядь. Ну, пиздец. Я сдох. Потому, ну, блядь. Нахуй. Только не альтов 4. Да нет, блядь, долго потому что. Не понял, а где дырка? Только что же была. Тролль съебется. А как это хуйней пользоваться, блять? Туда нужно дерево, по-моему, поназакидывать сначала с одной стороны или уголь, типа. Сначала нужно сделать ту хуйню, которая, ну, уголь тебе делает древесный. А, во. Нужно понаделать угля. Выжигательная печь. Да. Причем ставь их сразу там 4. Кого 4, блядь? Материалов столько нету. Ну, 2 хотя бы. Угля надо будет просто дохуище. Печек тоже дохуище. Ну, я помню, мы с Владосом добывали, наверное, процентов 80 от всей игры и плавили все это говно только на 2. А нас тут 4, блядь. Да. Правее, Владос, вот здесь я сдох. Там должен быть лесоповал. Ты сам это увидишь. Этот Стоунхендж нашел, или как он там? А, это вход в пещеру. Тут еще одна есть. А, нормально. Один уголь, одно дерево, по факту. Я слышу тролля, по-моему. Вот это на себя агрю, ты забираешь вещи и тогда и помогаешь. Да, вот он. Взял? Нет. Взял. Мне только одеться надо. Давай, одевайся, я пока его остригерю. Да ему вообще срать, он куда-то ушел. О, он КП не восстановил, чел. Вижу. Нормально, да, он ебашит? Да. Я в деревьях запутался. Ну вот и я так же, да. А еще я запутался в огромном количестве пиздоты, блядь. Все, мы убили его. Дай все, что с него выпало, я тоже хочу крафт изучить. Голова и вот это. Блять, возьми. Все, это я забираю тогда. Че, го, эти две шахты тогда посмотрим. А я битком. Я домой. А, слушай, пока ты тут, знаешь что? Можешь помочь? Я не уверен. Мне надо верстак здесь поставить. Ну, поставь.
Я вот типа не помню, как тут пол нужен. Блять. Ну выйди из меню, дебил, блять. Нихуя, я отступаю. Не-не-не, только дальний, чувак. Мили в этой игре пока. А я просто этот, чтобы место освободить. Да нет, мили тоже нормальная тема. Просто в том, что у меня хп нет нихуя. Ну, блять. Ты один. Не знаю. Поставили там печки и прочее говно, да? Да. Блять. Блин, да. Откатывает. А где чистокол? А, вон нашел. По навыкам довольно нормально так. Долго оно, конечно. Угу. Плавится. Угу. Поэтому их там надо до хера ставить. Один из этих дикарей, короче, куда-то сбежал на лоу хп. Блять. Запарили. Че, он убегает? Да, во, видишь, о чем я тебе говорил? Они запарили, они вот так делать. Да стой, мышь, блять. Догнал его? Нет. Все, добил с лука. Все, я бегу домой. Давай. Камень какой-то рунический. Нихуя так. Тут текста. Все, кто читает эти слова, заклинаю вас, берегитесь грейдворфов, вездесущих тварей, что рыскают в ночи. Порождение, гниение и сырости, они вырастают из земли после дождя, подобно грибам. Они безмолвны, их глаза пустые, их должны опасаться даже храбрейшие из храбрейших. Когда душа убийцы гниет под землей, то на ее месте стягиваются камни, древесины и мох, торф превращается в плоть, корни сливаются в кости, и вместо кожи у них лохмоть, и эти твари не должны ходить по земле, но встают из своих обиталищ, лишь солнце садится за горизонт. Если вы встретите грейдворфа, не медлите, сразу же доставайте меч. Или же зажигайте факел, ведь если эти твари чего и боятся, то света. Ебать, текста накинули. Там слиток еще не появился. Рецепт хоть посмотреть, что есть-то. Так, это четвертый уровень нужен. А пещера этот там респаунится назад? Нет, ты зачистил все.
Там разве что могут... Там могут разве что враги, типа, обновиться, но, по-моему. Ну и то, типа, а вряд вот ли. А вот эти штуки не обновляются, нет, да? Нет, только новые искать. Надо корабль замутить, кстати. Да, у меня кирка и лук третьего уровня. А, я дома, нахуй. Приветствую, воин. Чё, блядь? Поместите сюда необработанную руду, чтобы избавиться от примесей и получить кусок очищенного металла для обработки в кузнице. Чтобы разжечь плавильню, вам понадобится уголь, чтобы получить его, построить печь и заполнить ее древесиной. Минус, Саня. В смысле? Отрубил? Он вышел. Или вылить. Саня, ты тут? А, он вообще вылит. Вообще полностью. Подожди, бля, а что у меня открылось-то? Кирка, инвентарь, волшение. Так, добавлено Ругин. Ругин, плавильно. Не, вот я медную руду взял, я так и не понял, что мне добавилось новое. Чего? Еловая шишка, блядь. Там что-то этот. Ну-ка, Андрей, пойди сюда. Сейчас. Подожди. Чего? Где ты? Где? Сейчас. Я распасовываю свое говно. Возьми он. Что там у тебя появилось? Медь. И ничего больше. Нет, из медной руды ты не можешь сделать только переплавить ее. Тебе нужно еще. Тебе нужно еще железо. Короче, оно превращается потом 2-1, по-моему, медь к железу в бронзу. И только из бронзы что-то можно сделать. Ну или олово, блять, не души. Железо это вроде другое, типа. Пиздец, так принципиально. Здесь семена, блядь, вот. А, в смысле, блядь? Вон, пожалуйста. Дубильный станок появился. И дубильный кузница. Станок давно уже стоит у нас, если что. А где? Вот слева. А, кузница вот появилась. Ну, кузницу, да, кузницу надо поставить. А что там надо? А Саня зашел, мне показалось, или что? Он в игру зашел. Я как его перетащить? А, он в канале, да. Напишите кто-нибудь, перетащите его. Ладно, я перетащил. А как там есть? Я все, все. Про, блять, нажимаешь и тащишь просто. Есть. Я такой откат произошел. В смысле? Ты, короче, залагал, вылетел и тебя откатило? Угу. Плохо. Да, очень плохо. Помашила мне штаны из березовой коры. О, медный нож есть. Ебать! Все, пошла жара, блин. Тебя прет, да? Не, ну а чё, блин? 8 меди надо. Говно-нибудь какое-нибудь.
А что тебе там, ты говоришь, нож? Что тебе открылся? Вон здесь сюда. А, это ты кузницу ебанул? Да. Нахуй, это зачем ты делаешь медный нож? Нахуй он тебе надо? В смысле, не делаю медный нож? А. Меди нету. Пойду тогда за олово. Оно, кстати, спавнится все в районе рек. А у меня есть метка, где олово есть. А там в одной этой кусочек. Как меня заебал этот плейлист. Новый вруба. Въебашу. А олово легкое там или как? Нет. Тоже тяжело? Да. Да. Надо телегу, короче, построить. Пойдем по окрестным водам добывать это говно. Кого? Эти. Подожди, а где кирка, интересно, улучшается-то? Нет, а ее нельзя улучшить, если... А, ее нельзя? Да, либо там нужно еще что-то. То есть без топор топора можно, а это нельзя? Да. А телега из чего делается? А она вроде ставится через молот. Я молот в руки взял. А крафт телеги нет. А вот подсвечник появился. Да, в мебели появился подсвечник, да. Вау. Коврик из шкуры оленя пойду сделаю. Нам же больше особо шкуры не пригодится. Тележку пока еще не открыли. А, кстати. Смотри, что еще у нас есть. А, это кожаные обрывки. Понятно. Кожи не хватает. Нет, телега должна быть просто чуть ли не по дефолту, блядь. Вот, нету. А, в улей надо еще пчел пойти наловить. А, нет, кстати, не по дефолту. Вроде же надо сделать типа из олова или из бронзы гвозди. И только после этого ты можешь делать телегу. Блять, точно. Бля, у меня топор 4 уровня, кремниевый, блять. И березу все еще рубить не могу. Охуеть. А ты никогда не сможешь убить этим топором. Там именно что надо крафтить там бронзовый топор. А, блядь, а чё, обрывка в коже? А, вот, есть. И кожа есть, отлично. Чё вы говорите, что ничего нет? Блядь. Так, а чё, за оловом сходить или... Зачем мне вообще дубина нужна? Выкинуть её. Да, пойдем за оловом. А олово у нас где-то здесь постоянно, под боком. Вот, например. Чё, блядь? Блядь. Умер? Нет, чихнул. Всего будь здоров. Будь здоров. Спасибо. А, кстати, Андрей, напомни, я вот забыл. Под камнем с меди нужно шкопать? Там еще в воде тоже есть меди. Да, да, да. По совету Ярика копать надо до усрачки вниз. Здесь что ли были? Ну да. А нет, я пещеру еще одну нашел. А это я с руколой хожу. Бля, надо, короче, делать метки, в каких пещерах были, в каких не было. Ай, блядь, тут, наверное, не были. А, нет. А, нет, не были. Отлично. А как оно там выглядит? Белое оно какое-то, по-моему, то олово? Да. Слушай, там какие-то маленькие кусочки. И типа, да, рядом с водой. И ты на него наводишься, он так и пишет, типа, залежи олово. А, кстати, вот что-то там говорил... Типа копать под этот, допустим, медное
залежи. Там пласт выкапываешь, можно еще. И дальше камень остается. То есть можно ниже прокопать, и там тоже. Да, будет? Прям в землю. Прокапываешь, там должен ебать. Быть. Еще. Блять, пизды дают. Беги. Выйти. 2 хп осталось. А по-моему, они, кстати, олово это, кстати, тоже спавнится где-то, где сумеречный лес. С пещеры не вышли. Да нет, я находил в этом. Не в сумеречном лесу. Его много около воды в еловом лесу. Сосновым еловым. Придите ко мне в пещерка. Я думаю, ты справишься. Нахуй далеко. Там, блядь, миличник второго уровня. Угу. Помогите ему, я пиздец от тебя далеко, Руслан. Да я говорю, все далеко, блядь. Самый ближайший к себе это Орф. Нет. Да все, блядь. Да. У меня своя война. Ну, я бегу к тебе, конечно. Да не надо, все, сам справлюсь. Я пока медную руду покопаю, пока хп устанавливаю. Блин, ну это какой-то пипегомем, но я не вижу здесь никакой олова, блядь. Уже всю карту оббежал. Вон, смотри, здесь олово есть. Вот. Нихера. Я за ним не пойду так далеко, я его себя где-нибудь тут попробую найти. Да, вот чем-то мне кажется, что вот это олово, типа. Ты серьёзно, король, блядь? Иди нахуй. Души. Ты справишься. Да пиздец, блядь, души, блин. Нет, это был камень. Блять, тоже камень, что ли? Ладно, зайду в пещеру. А, они, сука, отрегенились, твари. Ой, блядь. Словил камнем в голову. Живой или нет? Нет. У меня, блядь, топоры. 18-го, блядь, ваншотает столько херни, блядь. А я нашел туалет Шрека. В туалете Шрека факел, янтарь и деньги. Mm-hmm. Я ограбил Шрека. Какой ты молодец. Я нашел хату Шрека. Еще один. Стрелы. Какие, кстати? С кремниевым наконечником есть, а есть с деревянным. И еще один факел. Ну вот эта игра меня троллит, конечно. И одной руды, бля. Ну, кстати, я забыл, кто будет на базе, закиньте. У
гуля, что ли. Угу. О, Ник со звездочкой. Шок. Умер так же, как обычный. А где вход в пещеру-то? А, да чё вас так много, блядь? Да, блядь. Итишки на подарок. Кабан. Обалдел. Да, блять, не успеваю блок ставить. Все, я нашел наконец-то этот лес в сратый. Дай боже, чтобы здесь было улово, блядь. Конечно, я такой круг дал. Что дает прокачанный прыжок? Он меньше типа потребляет энергии или выше прыгает? Максимальным уровнем ты до 3 метров прыгаешь, то есть ты можешь перепрыгнуть и разбегать через частокол. Фига, бля. А вот и олово наконец-то. Да, короче, официально оно все только в сумеречном лесу. Да, блять, ай, бежим. Необработанную руду можно перерабатывать в плавильне, прежде чем вы сможете взять в кузнице, чтобы построить плавильню, понадобится ядра суртлинга, ищите их в темных местах под землей. Спасибо, брат. Ходят трогинься. Да, нормально. Че ты идешь? Бля, за всю пещеру только один куб. Такое бывает. Давно, блядь, целую. Опять дождь пошел. Есть что-то более раздражающее в играх, чем дождь, блядь? Дождь с туманом. Ну вот у нас сейчас дождь с туманом. Давайте насчет дождя. Он разрушает все объекты, кроме каменных и из черного дерева. Ну, классно, блядь. Ты опять вылетал, что ли? Да. Это у тебя инет шалит, или это снова сервера? Где ты видела буга этого? Как часто ты вылетаешь? В прошлый раз, за прошлую игру всего 2 раза, в этот раз уже 3 или 2. Хрень. Ну, я предлагаю, если тебя еще раз выкинет, Андрей, пересоберешь. Может, север получше дадут? Да, можно попробовать. Где тут трое? Он куда-то ушел. Давай искать. Я, наверное, минут 15 все, один медный камень подкопаю уже. Да, это нормально. Так, это что? Смола. У меня железо меди на мне. Очень большие железо меди. Да здесь меди полно. Да. Если вы копаете, я могу вам пинги давать, я ставил там. Сейчас даже посмотрю, где вы. О, вы, кстати, по моим меткам идете, блядь. Вот здесь у вас еще будет залежи.
А вот это вот добывали? Не, мы в это ходили. Я, допустим, за троллем ходил. Слан, ты там копаешься, короче, да? Короче, у вас, вот где вы находитесь, если откроете карту, севернее идет гряда медных жил, две штуки, и южнее под вами еще две штуки. Прям вы их увидите. Да я знаю, я тут в прошлый раз медь находил. Дофига. Я тут и олово как раз находил. Она вот тоже в этих в районе есть. Да умри нахуй. Да, без телеги, конечно. Перевалочные пункты надо делать. Я нашел спавнилку у ебанов. И какое-то здоровое терновое говно. Ай, блядь, все, кирка сломалась. Слушай, ты довольно больно бьешь, блядь. Я пошел на базу. Угу. Еще не в ту сторону пошел. Кто-то камень долбил очень усердно. И не додолбил. Пользуетесь Айктюром? Я его еще не активировал. Что? Это что такое? Ну, мы благословение получили, на F нажимаешь, у тебя расход стамины уменьшается. Да, пользуемся. Я пользуюсь, не знаю. Этот, что я хотел сказать там? Забыл. Пихта, блять, тут растет. Это пихта, но полная пихта. Короче, я, наверное, сейчас. Бля, кто? А, этот. Ульи встретите, разбейте пару. А, все, не надо. Оказывается, этот. Во, мы мед добываем теперь. А что мед дает? 35 выносливости. Нихера себе.
Короче, этот, да, добывайте мед. Точнее, улья. Как скажешь. Разбивайте. Блядь, да, иногда с уроном в игре происходит лютый мем. Я некоторые игры дворфов просто аннигилирую ваншотом, блядь. А некоторых даже до половины не добиваю. При том, что топор одинаково сильный, как бы. Причем даже уже третьего уровня топор, блядь. А сделать четвертого? У нас есть цельная древесина. Да, она собирается. А из чего она делается? Сказали только что. Добывается она. А, добывается. О, костяной щит кто-то сделал. Да, я сделал. Че, он хороший? Сопротивление урону 32, сопротивление силе 100. А у этого говна сопротивление силе 100, сопротивление урону 10. Забираю. Вот. Ты им хоть пользуешься? Да. Щитами-то. Да. А, нужен четвертый уровень верстака, чтобы прогрейдить на четвертый. Не все так просто, блядь. Да, куда мы складываем? Куда ты в прошлый раз складывал эти кубы? В камень? По-моему, в хлам наверх. А, в хлам наверх. Значит, блядь. Ой, чуть кружку не ёбнул. Куда бы чертополох сложить? Хлам, наверное. Ого, оружие, достойное богов. Оленья скорбь. Вес, прочность. Дробящий 20, колющий 5. А все, кончились эти камни? Какие камни? А вот один куб. С чего там делается печка? Из 5 кубов. А минимум. У нас же было сколько кубов? 9? Ну да, я построил плавильный, построил этот. И все, остался один, да, куб у нас? Это нет. Я только что добыл. Больше нету кубов у нас? Больше есть. Нету кубов. Ебать. Есть. Где? А где? О. Я когда забагался, мне разделилось на два. Так, с чего там делается у нас эта плавильня? А, это, по-моему, тут делается. Ремесло, да. Угольная плавильня. Так, лучше печку. Да. У плавильни именно, да-да-да. Так, где этот камень? А если... А, нет, если разломать печку, оно же тоже вернется только частично ресурсы, правильно? Проверь. Нет. Андрей сделал новую дверь. В смысле? В прямом, смотри.
Блять. Ну и... Нет. А зачем ты поставил еще одну печку? Две хотя печки. Для... Ну, блядь, угля больше, чем руды. Всегда. Ладно. Сюда вторую печку вот поставим. На место старой печки. Ну, на место старой плавильни. А, дуб нельзя рубить. Отстойно. Берем до хера олово, плавим олово. Что так мало урона-то, блядь? Угля надо еще, угля. Ладно. Вау. Перерубки уже по 20. Отлично. Короче, пока насобираю дерево. Давай. По-моему, уже мало. Блять, как же эти мелкие пиздюки душат. Ай, блядь, сейчас пизды дадут. Бля, ну их тут 5 штук. Ёбаный урод. Тихо! Ребята, у меня там новые друзья. Разберитесь с ними, пожалуйста. А я посплю. Ух, нихера у тебя там их, блядь. Так эти умные суки вон наплывают. Прикинь, забор. Да. Да, я готов с ними поговорить. Я высадка в Нормандии, блядь. Я принимаю тут их. Надо, кстати, сейчас в основном пользуйтесь по максимуму луками. Сейчас, потому что мы пойдем в скором времени ебашить древнего, а его только луками, блядь. Он же к огненному слаб, да? Что? Он же к огненному слаб. Да, наверное, да. Но мы с Владосом его деревянными хуярили. Это было очень долго, но да. Причем он сам деревянный, и мы его тоже деревом ебашили, блядь. Вот как ты, как я промахиваюсь-то, блядь? Что там? Нормально все? О, котел открылся. Что за бред, блядь? Я не понимаю физику этого лука, блядь. Он очень простой. Тебе просто надо прыгать по листике и все. Да вот я, блядь. Вот баллистика устрел в этой игре такая, как если бы ты, не знаю, гантелю бы кидал. Ну да, да. Там я не знаю. Нет, ну не гантелю, гирю. Вот представь, что ты бросаешь 15-килограммовую гирю. Она пролетает 2 метра и падает вниз. Заканчивай ныть. Понимаешь, я стреляю в упор, блядь, и стрелы все равно, блядь, сука, не попадают, блядь. Да, это нормально. А потому что там надо чуть-чуть левее, либо чуть-чуть правее брать.
тебя же персонаж не по центру, у тебя персонаж в левую сторону чуть. Блять, все утонуло. О, бля, ну. Умеете ходить пафосно? Ты имеешь в виду переключение на шаг? Да. А что там у тебя добавилось? Котел. Чё ты накрабил себе железо там? Чё ты делаешь? Ну я? Ничего, нет, я вообще дерево. Нет, Саня чё-то делает. Если он там очень долго стоял, собирал... Да, я бронзу делал. Угу. Типа глади собирал, вот. И всё такое. Это правильно, да. Так, я тоже бронзу сделал, бронзовые гвозди открылись, бронзовый шлем. А ты по одному делаешь или по пять сразу? Сейчас сделал чисто один. Подожди, а откуда у вас, блядь, гвозди появились-то? Ну, мы сделали, объединили олово, медь в бронзовый слиток, и вот, пожалуйста. А где? В печи? На кузнице. На. Так у меня на кузнице не этот. На. А, так а чё олово надо подобрать? Куда? Не, подожди, бронза. Или чё это? Это бронза, да. А, бронза. Бронзовая кераза, бронзовые наколенники. Прочность 1000, блядь. О, бронзовая алебарда. Ебать, бронзовый топор. Вау. Бронзовые гвозди. А чё, всё? Да. Нужно сделать гвозди, чтобы открыть рецепт телеги. Угля не хватает. Нужно идти, короче, ещё печку делать. Добывать, искать. На мне есть две пещеры. А к тебе сейчас приду. Я выкладываю слитки, пользуйтесь. Их, конечно, немного. Но в основном, короче, надо заебашить просто супер-овер до хера этой бронзы, чтобы сделать всем и нормальную броню, и бронзовые стрелы, и бронзовые там топоры, блять. Это очень дохуя. Стрелы, если честно, такой себе. Лучше сначала... бронзовый топор взять. Это точно. Но сначала... вперёд рубить. Превыше всего... нужно сделать гвозди, взять телегу и пиздавать, короче, добывать дохера до хера. Куда вы гвозди складывали? Хлам? Я никуда, я не делал их. А, их по 20 штук делается. Иду. Прикольно. К тебе, Владос. Короче, в хлам положил. Так, стрелы есть. Угля мало. Да, нужно печку делать, поэтому я пошел к Владосу за кубами. Можно не только печку сделать, можно еду пережарить. У нас лишнее есть. Ну, вообще есть, по-моему. Так у что... нас дофига еды, еда сама, ну, типа, мы столько не используем, мы можем просто еду сделать в угле. Давай. Это, конечно, все равно не очень, типа, эффективно. Ну, хоть что-то. Ну, вот, кстати... Типа у нас 9 на 2 сейчас, на 9 на 3 даже, вот так. Я пришел. А, ты тут этот, перевалочный пункт сделал? Угу. Короче, вот, погнали туда. Так, выложи, да, луками. Выложи вещи, какие не нужны. А у меня все, я все выложил уже, пойдем. У меня вес 40. Где у тебя тут вход? Вот иди за мной. А, нихуя ты тут накопал. Их две, пойдем сначала в этот. Первый. А как ты тащить собираешься? Потом с телегой сюда приедешь, типа? Да. А я, типа, копаю, сундуки складываю, медь здесь же на верстаке чиню. Я уже успел кику 6 раз, наверное, починить. Задолбаешься. Имеет смысл делать вот эти перевалочные пункты и потом уже отсюда все таскать. Ага. Еще один звезд. Угу. Все сломал там? Да. Три куба есть. В сундуке рубин.
Янтарь. Стрела, монета. Тут скелет забагался, сейчас я на нем, блять, качнусь. Блять! Че такое? Сука, отбагался. Сломал верстак. В смысле? Да ебаное колесико, я пытаюсь на колесико Ешь? Убрать этот, блин. Давай, крушу, качайся. Сука. Нет. О, 12-е. Слышал? Дух, кажется. Да, это его проблема. Ну, тут спавнилка, блядь. Да, нахуй тут надо. Давай отойдем его. А вот блочится, кстати, иногда урон. Причем довольно неплохо. Спины помогаю. Я, короче, не его буду ломать, а спаунер сзади. Давай. Блять. Хуёво. Ходи. А он меня хочет все равно. Да, он тебя. Добил его, все. Хорош. Я спаунер сломал. Четыре куба в одном месте. Охуенно. И у тебя три, да? Да. И мы еще одну комнату не закрыли. Уже 7 в одной точке. Прям серьезно. Так, лук. Скоро сломается. Короче, делаю наковальню. Правильно, да. Ой, блядь. Друзья. Там снова этот с большой. Бля, да. Двадцать хп. 30. Опа, заблокировал. Давай. Мимо, блядь. Хорош. Дурачок, блядь. Еще три куба. 4. Еще 4, бля. Сейчас две печки эти сделаем. Две угольные херумбали. Слушай, иди сюда. Чекай проход. Или все. Там, короче, стену скелет бил. А, нет, не стену, а дверь. Ой, тут дух, блядь. Давай. Андрей, сзади. Скелет. Дух забагал. Ну, я не знаю, отбагает он или нет, поэтому я его стреляю тут. Все, минус дух. Найс. Ну, вроде все. Так, короче, ну, да. Итого 12 или 11 кубов, да? У тебя 3? Да, у меня 3. Давай мне их, я пойду домой. Да, сейчас скину. А вторую не будем? А, пойдем сразу тогда, да, вторую зачистим. Раз, рядом есть еще одна. Да, дерево кончается. Скелет. Надо идти за деревом, блядь. Скелет пипега. Ща я быстренько стрелы сделаю. По пути деревянных понаскидывать. Да я сейчас сделаю деревянных. Починись, кстати, если надо. Да, кстати. Тут я с рядом дерево захвачу, пока оно валяется. Новый материал цельной древесины. До хера каких-то этих новых открылось вещей. Острые колья, кстати. Ими можно забор обнести от всяких ублюдков. Так, давай, погнали. Угу. Держи сразу туда кубы. Давай слева направо, как всегда. Понял. Клир. Здесь тоже пусто, ты видишь? Да, я понял вас. Это что за мем? Типа все, да, хватит с вас 11 в одной пещере и пошли нахер. О, слушай, что это такое?
Видишь на стене? Да, я тоже не знаю, что это. Только щиты какие-то. Декорация. Блять, чувак, она вообще пустая, походу. Ну ладно. Блять, вообще, даже противников нет. Так, на. Один. Ты один нашел? Да. Блять. Там просто один был. Пошли еще поищем, может, еще найдем. Ну нахуй, блядь. Давай руками его. Сейчас, как здесь? Навык улучшен без оружия, блядь. Блять. А как? Убери, как нажми, иди, нажми на топор. А, все. Без оружия 7 уже, блядь. Все. О, это пахнет челленджем. Бросаем игру, начинаем снова, короче, Вальхейм без оружия. Ой. Ого, тут обрывчик. О, ты иди сюда, посмотри, вот здесь покруче. Полностью. Слышь, стой, тролль. Видишь? О. Кто там? Руслан, иди сюда. Все. Я сам подойду к тебе. Я просто на О, отлично. Я думаю, урон в него входит. Что нужно? Ты уверен? Давай сейчас постреляем не, минутку, блядь. Давай. Возьми. Там дофига рецептов. Давай я пойду прочекаю его хп. Давай. Да, он мертвый. Да, давай, да, ебашь. Да. А стой, не стреляй. Пусть он здесь повыше залезет, а то весь лут в реку. Вот, упадет. Хорошо, так, хорошо. Забери его назад, а то мне... Надо просто встать получается. В него и... Ой. Забрал? Да. Смотри, там вон замок есть какой-то. Ого, да. Можно пойдем чекнуть. Глянем. Пойдем глянем. Так, пошел скидывать. Давай, что? А, ну ладно. Ну, оно там где-то лежит, сейчас потом подберу. Это будет еще котел сделать обязательно. Из него делать да. Еду нормальную. Рецепт уже есть. Угу. Наплавили там что-нибудь? Чего-то, да. А, вон там внутри Биг Батя. Не попали. Фига, у меня разброс лука, блин. Он спрятался. Он, по-моему, не тупой. Хотя... Получай. Ты попадаешь? Каменная кладка, не знаю. Не уверен. Ну го, глянем его хп. Попали мы? Ля. Не кажется ли мы в жопе? Я знаю, что надо сделать. Нет. Остановись. Нажмем. Не работает. Тебе сделать хороший лук? А мы отсюда не выберемся, чё? Руслан. Давай. Не, выберемся, чекай. Да. Можешь за мой путь проложен. Спасибо. Да, пойти этот выкинуть. Чё происходит? Я не могу запрыгнуть. У меня как будто за один прыжок вся стамина улетает. Бронза 3 штуки. Качество вернись. Блять, вот эта вот схема, то что он находится где-то на одну ступеньку выше тебя, и все, ты его уже никогда не достанешь. Да. Да, и ему немножко больно было, но так-то ему срать абсолютно. Еще пришли, братва, Андрей, стой, не стой. Я вижу. Это луки, блядь, качать. Ну иди сюда,
смотри, он АФК. У меня еще пришли типы. Да, так же. Ко мне в упор подходит и прям на стрелы сразу насаживаются. Кстати, а он сейвит какой-то рунный камень, глянь. Угу. А, это место отметки, походу, древнего. Бля, мало дерева. Да ты издеваешься. Нет бы выйти, да, уже? Да вот, походу, не хочет никак выходить. Новый чертеж, кружка, блядь. Это место добавлено к... Ну да, это, короче, древний. Метка на древнего. Ого, но флаги какие-то открылись. Бочка бродильная открылась. А что я такое подобрал, блядь? Ты качественное дерево подобрал. Да, в натуре. Ну-ка, на, Владос, подбери тоже. А у меня есть. У меня тоже это открылось. Там хижина под нами находится, или это вышка какая-то небольшая? Пойдем сходим, чекнем. О, бочка. О, бочка, да. Есть жильцы? О, бочки, бочки разбивай, в бочках лут. А удобная хата? Да. Я выйти теперь не могу. Настолько она удобная, блядь. Я стену тебе ломаю. Давай, долби киркой. Она ломается вообще? Ну, в теории, да, хп это выходит. А сейчас окажется, что там 10 тысяч хп. Поставь верстак. Верстак? Так. Сейчас. А, у меня дерева нет, сейчас. Я поставлю, но у меня места нет, куда его въебашить. Да ща-ща, я дерево срублю палочку и... Все, я поставил. Ура, блядь. Да выпустите меня, сука. Пол хаты разъебал, блядь, чтобы выйти. Короче, го тогда домой сейчас побежим. Или еще попробуем шахту искать. Тут, походу, не будет уже. Но здесь, да. Хотя вот там что там? Видишь, там что-то горит, кажется. Да, пойдем сходим. А, кстати, это не пещера ли? Спала да, тебе? На туре. Повезло. Да, блядь. Что вы надоели? Пещера тролля. Тролль. Серьезно? Блядь. А может за байтем выйдем, и он за нами пойдет, и там его отпинаем? А он выйдет? Ну, давай попробуем. Он забайтился, он забайтился. Выходи. Нет, походу, он не выходит. Давай попробуем. Это все равно не та пещера. Блять! Он нахуй меня ваншотнул здесь. Сразу. Он прям на входе стоит, не да, заходи. Да, я уже зашел. Мы одновременно начали заходить. Но у меня, короче, прогружается карта, и я вижу, как ты просто умираешь. Да. Короче, я зашел внутрь, и в этой пещере просто сидит он. Там больше ничего нет. Ну, понятно. Бля, откатился по навыкам. Бля, мне так до тебя далеко... пиздечить.
чтобы не терять навыки, нужно всего лишь не умирать. It's simple. It's simple. Короче, то, что мы считали, ну, то, что горело, это еще одна призывалка этих Дэдвофов, я ее сломал. А что, все кончилось, что ли? Тесла. Место отдыха. Можно до 4 уровня улучшить топор. Ну что поставили? Тесла. Какое Тесла? Ну так называется Тесла. Лоль. Илон Маск к нам приехал. Нахуй его. А, все, максимальный уровень, отлично. Бля, чекай, Владос, сейчас я зайду, а он там опять. Ну давай пробуй. Ебать, я разбился. В это, что ли, упал? А качественную древесину ты из чего-то делал, что ли? Нет, это выпадает берез. А, понял. Топор все сделал? Да. Тут, кстати, тоже можешь сделать. Древесина. У тебя хватает на один топор бронзы. Надо сделать сейчас. Медь кончилась, вот это плохо. У меня достаточно меди. Я сейчас принесу. Ну как достаточно, там два стака будет. А сколько нужно на топор? 8 бронзов. Ну, а в меди это? 2-1 идет. Понял. Что там тебе все говно, блин? Ну-ка. Сюда, сукины дети. Сейчас буду рубить всех. А интересно, сюда можно добавлять качественное дерево в уголь? Наверное, можно, попробуй, но сколько с него угля будет и эффективно ли это тогда будет? Андрей, попробуй что-нибудь в следующий раз, возьми. Пускай все за это загорит, если медь? Ты будешь на базе. Выйди оттуда тогда. А, ты не можешь пользоваться. И у меня перегруз. Ебать какой. Да, там кусок надо этой меди взять. Я взял 12. Тут дуб был, ты его срубил? С высоты особо не прыгай, я только что с 80 до 30, блядь, по хп просел, потому что прыгнул немножко с 5 метров. Он петух прилетел, что он хочет сказать.
Вов дотку лал. Вы все говно. Гов дотку я создал. И улетает такой. Это по 20 бьет, а это... А, это хуй. Так, давайте... Это чё, бук? 17. А кремниевый топор пока получше. Ну, короче, если качнете кремниевый топор до 4 уровня, им пока рубить получше, чем бронзовым. Ну, обычный бок. Как вы в срато поставили этот Тесла. Блять. Суки травят. Ай, блять, со звездочкой нападают. Сейчас сдохну. Блять, не успел. Ну, давай быстрее появляйся. Кто положил одуванчики в еду, блять? Потому что это еда. Тут в семенах одуванчики. Одуванчик — это рецепт крафта еды. О, тут огненные стрелы захерачил. Красота. Я помогу. Вау, крит на 38 там у кого-то был. Вторая плавильня сюда не коннектится. О, ты там плавильню вторую ставишь? Этот, а не загружай только ее деревом. Хочу посмотреть, можно ли добавлять улучшенное дерево и что из этого выйдет. Поставил. Я, наверное, может еще одну поставить? Или поставим... Да двух пока хватит. Я поставил одну коптильню, ну из которой уголь высирается. А можно поставить еще одну печку? Давай, может, пока у этого угольную. Хотя, бля... Уже две угольные есть. Короче, ставлю еще одну печку. Выкинуть 9 штук этих. Ну-ка. Проверяем, что из этого выйдет. Да, не понял. 6 угля. 6 угля с одной? Не-не-не, сейчас подожди, у меня сейчас 6 угля. Я забыл посмотреть, был у меня еще уголь или нет. Не, также одна штука. Ну тогда невыгодно вообще. Да.
Смотрите, я сделал нам какую штуку. Здесь можно будет сидеть. О. А, интересно, а стол можно сделать? Да. Вау. Ну, она качественная древесина. И стулья можно сделать. Кресло, скамья. Качественная древесина. А где ее? Вот она. Я еще там скину. А вы медь подбирали? Слитки? Да. Да. Можешь дать? В ящиках уже. Что, у нас руда закончилась, да? А у вас слитки еще остались? Не, нет. Я крафчу сейчас. Доделать, и я скину, что останется. Сейчас, Руслан, подожди. Давай, я жду тебя. А где-то можно было кружку делать? А она в этом делается, на верстаке. А, на каком? На деревянном, который. По-моему. Деревянный. А, есть, да. И чё с ней, блядь? Ну и хули стал, садись давай. Вот такая вот жизнь, блядь. Да, времена нынче не те. Да. Вот в наше время. Вот, бегает, смотри, как ужаленный. У вас есть шкура кабана? Шкура, куру ему кабана, блядь. Вон лежит на полу, не видит. Молодые ничего найти не могут. Вообще, бля. Чё, Петрович? Как пить, блядь? Я разучился. Совсем, блядь, маразматиком стал, блядь, разучился. Вообще, блядь. Ладно, пойдем, блядь, работать. Выпьем, блядь. У вас больше нет мед. Мед. Мне нужен мед. Я не понял. Где мой мед? Ладно. Я так полагаю, нужно бочку, типа, заебашить, чтобы мед этот гонять медовуху. Мед, кстати, есть. Интересно, он копится? Блять, всего только один этот. Есть шкура оленя у кого-нибудь? Ну, если в шкурах нету, то нету. Серьезно, нету? Реально? Mm. Ну, все потратил. Я свои Т-30 принес со своего сервака. Фига. Вот этого попрошу не делать. А котел, олово. Сейчас олово, пожалуйста, не тратьте. Давайте котел замутим. А, бродильная бочка делается из бронзы и качественной древесины 30 штук. У нас есть качественная древесина? Смотри, там есть 25. Еще, пожалуйста, наруби, да, качественный. Окей, еще. Будь здоров. Угу. Бля, нужно качественный. А качественный это что? Береза. Береза, да? А из бронзы, да, ты ее? Из бронзового топора ты его ебашь? Да. Понятно. Тогда, сейчас тогда нарублю. Несколько стаков желательно.
блядь. Жопы тролля. Что с нее можно сделать еще? Штаны. Херовая музыка такая качающая, блядь. Блин, все березы в округе срубили, а вон еще одна есть. Блин, пара. Ты не можешь помочь? Тут что у тебя? Да, конечно, где ты? Сейчас я найду тебя. Ой, ты далеко, ладно, я бегу. Да недалеко, кстати. Сейчас я попутно вкину угля. Тебе прибегу. Бегу, 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 бегу. А, бля, ща починюсь. Для Дейктюра еще 7 минут.